Друзья, всем привет, мы вновь на Ческом. Немчик, да, международный мастер Вовен Рогель. Так, ну давайте конь c3. Дебют четырех коней. Так, есть такой ход, да, конь d4. Да, здесь мы бьем. Здесь мы бьем и проверяем его дебютные познания. Пока все знает. d3, 3 ноля, слон e3. Здесь бьют на d5, бьют потом ладьей на d5, жертвуют качество. И ходят ладья e8. И хочу вам сказать, там по сути форсированная ничья. Почему я иду на этот вариант? Ну, во-первых, далеко не все его знают. Но этот товарищ... этот товарищ, видимо, знает, да? Так, c3 или 2-0? Здесь вот выбор такой. Ну, давайте c3 пойду. Слон f3, g, f6, h4. Если я не ошибаюсь. Конем бьет. Да, и по-моему что-то здесь не так. Так, а что здесь не так? FG я просто не могу пойти. Взяла я e3 шах, король f1, ферзь h3 шах, король g1. Так, что-то я не могу понять. Король d2, ладья e3. Блин, память. FG, ладья e3 шах, король f1, ферзь h3 шах, король g1. Ладья g3, и я получаю мат, да? Так, уже ходить нельзя, ну тогда король d2. Да, вот тоже, блин, не все помню. Не все помню, да, к сожалению. Так, ферзь c2 здесь ходить нельзя, остается король c1, остается король b1. Да, и здесь... А, здесь рыба получается. Я все вспомнил. Здесь получается рыба-рыба. Иди какой-то ход. Ладно, так, пойдем. Взяли, подняли. Да, вот такая вот ничья получается. Да. Причем это у меня уже не первая такая партия. Здесь могут, конечно, черные попробовать поиграть на победу, что они и делают, да. Но я дико сомневаюсь, что это так работает. Сейчас будем посмотреть. Не, ну ты обезбашенный просто, чувак. Чувак, ты просто обезбашенный. Ну давай. Теперь уже я играю на победу. Попробуй меня останови. Шах тебе. Шахантович тебе. Так, а что после d7? Он вечный шах дает, да? Давай ферзь f5 пока. Не, ну окей. Забрал ты и давай как-нибудь так пойду. Сдайся просто.
Ну, совсем не уважают, совсем берега попутали. В конце я покажу вам, как, по-моему, я выигрывал. Я все время забываю. Плохо, когда не помнишь, да еще и забыл. Да, ну а здесь до свидания, друг. До свидания. D7, D8, ферзь. Ну куда ты, маленький мой? Уже отшумели летние дожди. Да, ну такая вот победа, друзья. А теперь... Так куда ты там вызываешь, а? Теперь момент, который мне надо запомнить. C3. Да, 2-0, C3, C3. Вот конь F3. Почему я считал, что плохой ход? Сейчас H4. А нет, да? Нет, друзья, значит, я был неправ. Неугомонный. Да, ну 2-0, на 2-0, кстати, друзья, тут, по-моему, вот так вот рыба получается. Не смотрите на оценку, здесь ничья. Кому интересно, подвигайте. Это, ну да, вот он постепенно сейчас ничью напишет. Да, 2-0, ну цветы, мне казалось, больше игры. И вот здесь вот так вот тоже играют. Нет, стоп, не так, да? А, ну значит, я не прав. Значит, все правильно. Такой форсаж получается, да. Взял сюда. Ну, надо ничью делать. Здесь по-прежнему ничья, да. Да, вот здесь уже я играю на победу, друзья, да. Да, ну, вот такой вот итог. Дебютная дуэль. Переборщил с понтами мой соперник, за что был наказан. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.